Смотрите, какая новинка. Набор простых карандашей. Это дельфинчики. Есть еще рыбки. Вот. Для того, чтобы удобнее было держать. Вот, детской руке. Значит, 10 карандашей, 2 насадки. Мягкий грифель. Есть еще в виде гусеничек. Так, и смотрим. Вот они так надеваются. Они силиконовые. Мягкий грифель у карандаша. Эргономичная насадка. Снимает усталость и напряжение при письме и рисовании. Ну, не знаю, удобно или нет. У кого руки устают, пальчики у детей. Особенно в первом классе, наверное. Так, это фигурные восковые мелки. Уже снеговички теперь. Это я тоже показывала. О, какой. Детский канцелярский набор. 77 рублей. Смотрите, какая ручка. Уже кактус появился. Биопластилин. Так, давайте-ка почитаем, что там. Вот такие баночки. Очень мелко все написано. Так. Безопасный, соленый на вкус, то есть чтобы не ели дети, не предназначен для еды, застывает на открытом воздухе через 24 часа. Но это как соленое тесто, что ли. При необходимости добавить воды для размягчения. О, как интересно. Вот, то есть он еще и соленый, чтобы дети случайно не съели. Да, алоэ вера, 6 цветов по 199 рублей. Он там вот в таких бочоночках с крышкой. И вот тесто для лепки есть отдельно, 99 рублей. Это уже отдельно. Гель с блестками. Так, парк развлечений, это вот стеком, стиком деревянным. Там рисовать, это тоже я показывала. Это что такое? Блокнотики с разноцветными листочками. Смотрите, какие классные. Тут все с медвежатами. Созвездие медведицы. Это у нас ленивец и лама. Да, ленивец с ламой. Привет, зима. Написано. Красота. Чего только нет. Ух ты. Смотрите, какие линеечки новые. Набор линеек по 2 штучки в наборчике. Вот. Красивый фигурный маркер. Вау. Яркие дизайны. Текстовый делитель. А, и он, наверное, еще с различными вот запахами, что ли. 4 штучки. Вот он еще. А что у него фигурного? Интересно. Колпачок фигурный, да, я вижу. А так, просто такой скошенный у него носик. Ничего там фигурного особо и нет. Вот, просто подчеркивать. И магниты новые. Какие появились книжки. Вот. Школьный словарик называется. Словарь трудностей русского языка, например. Вот. На разные темы. Вот по алфавиту. Наверное, самые сложные слова, которые могут попасться при обучении. Разбор слова по составу. Вот, смотрите. Тоже это хорошее подспорье при обучении. Страны и континенты. Вот тут про все-все-все вкратце. Дальше. Разбор слова. Страны, континенты. Моя математика. Так, это такие книжки. И хотела посмотреть какие-нибудь головоломки. Ой, смотрите, ласковые сказки под грибом. На Василия Чебурашки и другие. Успенский, Остер. 199 вот эти. Ух, как интересно. Солнечная система в вопросах и ответах. Самая полная детская энциклопедия. Ну-ка. То Солнце было, здесь Нептун, Юпитер, то есть это по всем планетам, Венера, Марс. Сколько же такие стоят? Марс 77, что ли? Детская энциклопедия. Смотрите, как интересно.
Вот вопрос и тут же ответ. Бывают ли на Марсе дожди? Откуда на марсианских? Вот, бывают ли на Марсе марсотрясения? И хорошая иллюстрация, в принципе, с фотографиями даже. Пчелы на Марсе. Собери все 10 книг по 77. Да, детская энциклопедия. Большие прописи. Учим буквы. Бумага желтоватая у этих прописей. Так, что еще? Учись и играй. Это английский язык. Первая математика. Озорные вундеркинды. Вот какие тут задания. И вот эти плакаты мега-раскраски. 100 на 50. Они уже были. Вот щенячий патруль, например. Их я уже показывала давно в обзоре. Сколько они сейчас стоят, непонятно. Так, и большая раскраска вот для девочек. По 55. По мотивам разных мультфильмов. Там он и пони радужный. Мозаика с наклейками. Занимательный блокнот. 30 заданий наклеек раскрасок. Это с инопланетянами. Думаем, рисуем, творим. София прекрасная. Вот. Вот еще здесь интересная плакат игра. Развивающий плакат игра. 2+, 30 наклеек, 2 игровых поля. Значит, это колобок и репка я обнаружила. И вот еще правила дорожного движения. Более 30 наклеек, тоже 2 игровых поля. Вот они какие интересные. И уже можно какие-то там всякие сценки жизненные изучать. Вот, кто кому уступает, куда нужно смотреть, налево-направо. И приклеивать пешеходов, дорожные знаки, чтобы закрепить информацию и объяснить правила. Ну и сказку повторить, естественно. Вот они. И смотрите, какие классные я обнаружила папочки. Прозрачные, на молнии. Вот, одна штучка. Цены нет, вот с таким тут колечком. Собака, кактусы и единорог на велосипеде. Классный. Вот такие. Есть еще вот овечка с сердечком. И тюлени. Просто красота. И вот эти энциклопедии, я их привезла в подарок сестре своей младшей, ей 9 лет. И давайте посмотрим поближе. Очень понравились, потому что они, во-первых, красочные. Во-вторых, посмотрите, их целых 10 штук должно быть, но у меня 9, потому что я не нашла выпуск с Землей. Планета Земля, или все разобрали, или его не было в данном магазине. Каждый такой сборник стоит 77 рублей. Вот цена здесь. Давайте посмотрим, сколько страничек. 55 страниц. И бумага настолько мелованная, глянцевая, настолько даже приятный аромат у этих книг. Знаете, как раньше, вот в детстве, кто любил читать, вот открываешь новую книгу, и такой аромат. Ну, я не знаю, краски, бумага, что это, ну, просто вот этот запах книжный. Его, конечно, ну, ни с чем не сравнить. Смотрите, в недрах Венеры можно найти висмут. Здесь на каждой странице иллюстрации, вопросы-ответы, причем все это в такой занимательной форме, именно для детей, но и взрослым тоже будет интересно. Познавательные факты, схемы, таблицы, планеты в разрезе, все это очень красочно, выполнено на высшем уровне. Смотрите, какой шрифт крупный, ребенок может сам читать и отвечать вот на все вопросы, которые его до этого интересовали, или он задавал вам вопрос, а вы не знали, как ответить, допустим. Здесь вот все-все-все можно узнать про каждую планету. Вот они здесь, кстати, изображены, видите, по мере удаления от Солнца, тоже зрительно ребенок запоминает, изучает. И вот так вот играючи, вот, например, а какая у Марса атмосфера, есть ли у Марса гравитация, что находится внутри Марса.
Вот такие вопросы. Как выглядит высокогорная часть Марса? Рамочки, в которых выделены важные факты или какие-то интересные моменты. Вот знаешь ли ты, что у Марса есть глаз? Марс и его спутники. Также познакомится ребенок и с учеными. Асаф Холл первым обнаружил спутник Марса. Яркое, красочное, красивое, интересное. То есть ребенок может действительно заинтересоваться астрономией. Потому что вот вы видели учебник по астрономии для 10-11 классов. Сухие факты, одни формулы, таблицы, и что-то нужно бесконечно вычислять, какие-то задачи. Хотя астрономия – это такой интересный предмет, столько всего неизученного, столько изученного, столько всего тут знаний можно получить, просто прочитав эти энциклопедии. Так что рекомендую, возможно, ваш ребенок заинтересуется и захочет и дальше изучать астрономию, и вы заодно с ним пройдете вот эти все моменты, получите новые знания. Много ответов на те вопросы, которые мы задавали, но не знали, где найти ответ. В общем, энциклопедии достойные. Они даже интересны не только детям, но и взрослым. Посвящается издание 85-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина. Это Репол Классик, Москва, 2018. Здесь нет жесткого переплета, просто вот такой картон. Это и хорошо, потому что такую энциклопедию можно взять с собой. Она не тяжелая, не будет стоять на полке и пылиться. Энциклопедия вот на каждый день открываете и читаете.